Большая профсоюзная встреча прошла в Павлодаре. В ней приняли участие председатель Федерации профсоюзов Казахстана и руководители профсоюзных организаций отраслевых ведомств, а также представители первичных организаций. В ходе встречи обсудили вопрос повышения доверия трудящихся к профсоюзным организациям. Объявили о нулевой терпимости к травматизму на производстве. Только в прошлом году более 2000 человек стали инвалидами, получив производственную травму. Начинаем большую работу по поддержке и защите социально-экономических прав и свобод наших трудящихся, наших работников, наших граждан. Эта работа будет многоплановая. Одно из основных направлений – то, что мы в этом году объявили годом безопасности и охраны труда.